Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, 9 мая. Ну и поскольку действительно дата неоднозначная, мне хотелось бы поздравить всех людей, всех, кто нас слушает, мы говорим на русском языке, с Днем Победы. Все прекрасно знают, что 9 мая 1945 года Советский Союз победил в войне, во Второй мировой войне. Ну и в эфире интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс, у микрофона Майкл Мелехов, центр Сан-Гейтс, центр знания. И в первую очередь эта информация, мы ведем 7 дней в неделю и 24 часа в день, как говорят, 24/7. Мы находимся в городе Чикаго, США. И в 8 часов утра в городе Чикаго, 6 часов утра на западном побережье, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, на 1 час больше на восточном побережье, Нью-Йорке, Вашингтон, в Москве 4 часа дня, ну и в Таиланде. Почему в Таиланде? Через секунду. В Таиланде у нас 8 часов вечера, ну и прямо передо мной на экране монитора Анна Ласточкина, ведический астролог, и сегодня мы, естественно, будем говорить об астрологии. Аня, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Да, рад вас приветствовать на волнах интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс. Ну и, так сказать, традиционный вопрос, как вы дошли до такой жизни? У нас в анонсе есть такая наука, всем известная, в школе мы ее все изучали. Наука называется астрономия. Это о небесных светилах на небе, о планетах, о звездах и где они находятся. Но вот как они влияют на все живое, на человека, об этом говорит другая наука, которая называется астрология. И существует, как всегда, вот в последние много уже столетий существует, к сожалению, разделение. Разделение на восток и на запад. У нас есть медицина западная, у нас есть медицина восточная, иногда ее называют аюрведа, у нас есть астрология западная, астрология восточная. И птолемейская астрология, она, которая зародилась чуть больше, чем 2500 лет назад, была как бы, ну, не было разделения особого. А вот сейчас так все у нас делится, и наука отделилась от религии, или наоборот, неважно. Аня, ну вот расскажите, схожесть и в чем различие между этими астрологиями, и вообще для чего нужна астрология? Да. Спасибо, Михаил, за такой подробный экскурс. Я еще раз хочу сказать всем радиослушателям здравствуйте, и хочу поздравить с Днем Победы, потому что это очень важный праздник для всех нас. И для меня большая честь начать выходить в прямой эфир именно в этот день. А что касается астрологии и как я пришла к такой науке, очень интересной и объемлющей, это действительно был такой путь, который был связан сначала с изучением очень приземленных дисциплин из очень разных областей. То есть я изначально являюсь филологом английского языка, затем мне посчастливилось изучать экономику в американском университете, затем я изучала когнитивную науку в немецком университете Cognitive Science. Это наука о том, как приспосабливать человеческий интеллект к компьютерам, возможно ли создать искусственный интеллект, и всевозможные психологические трюки, которые мы должны знать, чтобы оперировать, взаимодействовать с компьютером. И затем меня повело в совсем другую сторону, ландшафтный дизайн и садоводство. И вот только наука астрологии, когда я начала ею заниматься, дала мне четкое понимание, зачем все это было. То есть для меня астрология — это такая наука, которая связывает все воедино. Разные дисциплины, самые, казалось бы, несовместимые вещи — можно, оказывается, через призму астрологии связать воедино и сделать для себя открытие, ну, естественно, представить эти открытия другим. Как спросил Михаил, чем отличается западное от ведическое и почему именно ведическое? Так сложилось в моей судьбе, что я впервые, я себя примеряла к разным астрологиям, но начала изучать именно ведической традиции,
видимо, пришло время связать все воедино, и мне понравилась прежде всего глубина подхода этой науки, потому что ведическая астрология, она базируется на преемственной традиции, на парампаре, как это называется. И астрология, именно ведическая, открыла для меня все взаимосвязи, которые существуют между разрозненными, казалось бы, явлениями в этом мире. Вот так я могу это объяснить. Понятно. Аня, ну, если не секрет, в какой парампаре вы находитесь? Я так полагаю, что... Ну, парампара, давайте мы скажем, я тоже нахожусь в парампаре, можно сказать, и тоже немножко в этом разбираюсь, но а вы, естественно, специалист. Так, есть разные школы, есть разные направления. Как я понимаю, вы относитесь к школе доктора Рао, да? Да, я отношусь к школе доктора Рао, и я вообще хочу сказать про свой астрологический путь. Я начинала учиться на проекте Полины Павловой, за что сейчас ее очень благодарю, потому что именно ее стараниями у меня заложилась какая-то база, и поскольку мой учитель относится к парампаре Рао, я себя тоже к этой парампаре причисляю. Но на данный момент я изучала очень разные направления, разные школы, как любой астролог, находясь в какой-то парампаре, все равно берет курсы в самых разнообразных местах. Мне посчастливилось поучиться в ведической академии Astro-Vedic Academy в Германии. Там была немножко другая парампара, Рао. Ну и вообще я склонна объединять различные направления. Ну, это не касается конкретно парампар, это касается того, что я в своих лекциях, в своих консультациях пытаюсь связать воедино и психологию, и астрологию, и нейрофизиологию, и те знания, которые я получила еще учась в университетах различных, например, та же самая биохимия, которую приходилось изучать, или нейрофизиология, которую приходилось изучать касательно когнитивистики, они мне сейчас очень пригождаются. Понятно. И на данный момент... Да, хорошо. Аня, скажите, часто мы встречаем, сейчас же все у нас на интернете, и информации очень и очень много, и мы часто встречаем гороскопы, которые всех, так сказать, под одну гребенку. Гороскопы для всех, там, стрельцов, овнах, водолеев и так далее. И на чем основываются эти гороскопы? Ведь мы же знаем, что это солнечный гороскоп, если они печатаются на Западе. На Востоке как раз-таки солнце... Ну, допустим, я знаю, что вы учились у Нарушевича, Руслан Нарушевич. Я, тоже там прослушал очень много лекций. У него есть разделение, то есть три фактора влияет на гороскопе человека, в его натальной карте. Это где находилось Солнце, где находилась Луна и где какой восходящий знак в момент его рождения на Востоке находится, правильно? Так вот, получается, что только если мы в западных изданиях или в интернете читаем вот такие гороскопы, то получается, что только всего одна третья часть используется, причем не самая сильная, потому что если мы говорим, что мы родились, вот скажем, я родился 30 августа, получается, я родился под знаком Девы. Вот на Востоке совсем другое. Вот где находилась Луна в момент моего рождения? Почему так? Давайте я попробую объяснить это. Угу. Я всегда, когда своим студентам объясняю, я говорю, что в гороскопе есть три кита, три основные точки. Это восходящий знак, который нас обуславливает очень сильно. Это Луна и это Солнце. Дело в том, что западная астрология, она базируется совершенно на другой идее. Она смотрит наше отношение к Солнцу, то есть на личностные характеристики, которые мы развиваем через солнечный принцип. И там используется тропический зодиак. И называется эта астрология также солярной, то есть солнечной. Поэтому там такое большое внимание уделяется Солнцу. И основная идея западной астрологии — как мы развиваемся через наши солнечные качества, куда мы идем, в чем наша суть, каков наш характер. И западная астрология очень сильна в психологических техниках, то есть личностные характеристики она может достаточно глубоко раскрывать, потому что затрагивается вот этот сущностный солнечный принцип, он ставится в основу. Ведическая же астрология, она встроена
она встраивает человека в глобальное движение, то есть она сонастроена не с Солнцем, а сонастроена с центром нашей галактики. То есть, другими словами, куда мы вместе с нашим Солнцем движемся, то есть не в каком мы отношении находимся к нашему Солнцу, а куда мы движемся вместе со всей нашей Солнечной системой. И поэтому ракурс немножко другой. И поэтому, конечно, когда мы говорим ведической астрологии о Солнце, мы имеем в виду, что это наше «я», это наша суть. Но дело в том, что это наше «я» и наша эта суть, она не на первом месте. То есть это очень важная наша составляющая, она на первом действительно месте. Но когда мы видим человека, мы видим его Луну, мы видим его характер, мы видим его паттерны, модели восприятия, потому что Луна в гороскопе ведическом отвечает за восприятие человека. И она связана с 5 органами чувств. То есть как мы осязаем, видим. То есть через эти 5 органов чувств в наше информационное поле в нас входит информация. И у нас у каждого определенная сонастроенность с окружающим пространством. Это смотрится по Луне. Поэтому Луне уделяется такое значение. И когда, конечно, ко мне приходит человек, я смотрю сразу его Луну. Потому что Луна — это как он воспринимает мир, как он воспринимает меня. И на каких критериях строить мне с ним диалог. То есть это может быть человек, который воспринимает информацию очень импульсивно, он будет задавать много вопросов, он будет очень активен в своем, скажем, запросе ко мне. Это если у него Луна находится, например, в Овне. Это обычно очень любопытные люди. Например, это будет Луна в Водолей. То есть этот человек будет достаточно неординарно воспринимать, ему будут интересны различные инновации, футуристический подход. Ну так, грубо говоря, будут различаться восприятия двоих людей. На самом деле, по гороскопу можно сказать очень точно, как воспринимает человек окружающее пространство. Это зависит не только от знака Луны, но и от накшатры, и от пады накшатры. То есть можно углубляться очень глубоко в гороскоп и смотреть, как один человек по характеристикам отличается от другого. И, конечно, в этом плане гороскопы, которые печатают в газетах, они фактически ни о чем не говорят, если можно. Они говорят о том, это если мы, грубо говоря, разделим все население человечества на 12 групп, то по знакам зодиака и по тому месту, где у них Солнце находилось, но мы фактически не скажем ничего, потому что каждый человек уникален, у каждого свой путь и своя модель восприятия окружающего пространства. Ну, в общем-то, действительно, немногие представляют, те, кто не в теме, естественно, о том, что получается как? Получается, что все 9 мая, вот те люди, которые принадлежат этому знаку, но ведь все же люди родились не в течение всего дня, а в течение 24 часов меняются все 12 знаков зодиака. То есть сказать, что мы находимся под таким знаком, это действительно означает просто ошибиться значительно. Вот у Нарушевича есть раскладка, там, если 100% это вот 3 вот эти фактора, ну так он тогда считает 40, 30 и 30, причем 40 это Луна. Ну и, видимо, это все-таки невидимо, это, ну, наверное, опять же, западные астрологи, они будут, конечно, возможно, аргументировать по-другому, но, тем не менее, Земля – это, можно сказать, тело, а Луна – это не просто светило, не просто искусственный спутник Земли, как мы его учили в школе, а это как раз-таки те энергии, то состояние ума и как человек реагирует на что-то. Вот это вот как раз-таки Луна, поэтому в особенности Луна, конечно, влияет на женщин. Это цикл ее женский и, в общем-то, ее поведение. Ну, поведение в данном случае всех людей, просто в большей степени подвержены, конечно, женщины. Аня, скажите вот такой вопрос у меня к вам. Ну, еще раз. За 2500 лет, благодаря прецессии, то есть вращение не только вокруг Солнца, а вращение вокруг своей оси, Земля, так сказать, ну вот сместились эти все знаки. И считается, что сегодня уже сколько? 22 градуса, да?
разница между тем, как было. То есть получается, если 1 градус один день, получается, что мы уже находимся в предыдущем знаке. Это так или нет? На самом деле ведическая астрология, она показывает фактическое положение планет на фоне зодиакальных созвездий. То есть ведическую астрологию изучать достаточно просто. Можно посмотреть на небо и увидеть, например, на фоне Овна планету, которая там стоит. Западная же астрология, она пользуется абстрактным зодиаком. То есть там уже идет смещение, и не факт, что вы будете наблюдать на небе то же самое соответствие, что в западном гороскопе. Поэтому зодиак называется абстрактным. Что еще по этому поводу сказать можно? Я считаю, что обе системы имеют право на существование, но поскольку меня судьба свела с ведической, и особенно когда ощущаешь преимущества, и преимущества-то основные в том, что можно очень глубоко смотреть также в философские аспекты и в то, что касается перерождения и реинкарнации. Потому что, например, из западной астрологии была в свое время убрана теория реинкарнации, и в свое время был такой астролог, он пытался возродить, но ему пригрозили тюремным заключением. То есть он пытался возродить практики, связанные с предсказательными техниками. Потому что западная астрология, она развивалась таким способом, что она все время шла против церкви. Потому что церковью это было запрещено на Западе. А в Индии сохранилась парампара. То есть там никто не запрещал, и, в принципе, это знание не было утеряно. И что очень ценно для ведической астрологии, это то, что можно посмотреть, как прорастают семена наших желаний сегодня. То есть у нас мы когда-то посеяли желание, а у нас есть такой закон Вселенной, что все желания наши исполняются. То есть если вы думаете по-другому, это не так. То есть все, что вы пожелали, оно рано или поздно осуществится. Так вот, как рано или как поздно, можно посмотреть по гороскопу. И когда у вас включается определенный период, вам почему-то начинает хотеться новых вещей, которые до этого вы даже не рассматривали. И таких вещей даже не было в вашем информационном поле. Ну, например, включается период Юпитера, и у человека возникает большое желание обучения. Или он видит перед собой множество возможностей, которые он раньше не видел, потому что период Юпитера открывает рост возможностей и дает человеку через принцип щедрости попробовать себя в разных областях. И человек начинает учиться, увлекаться чем-то новым. Вот. То есть ценность ведической астрологии, она очень велика. И она заключается, конечно, в том, что это такая цельная система, которая базируется на древних знаниях, на классике. И как я могу сейчас судить по своим исследованиям и по своему преподаванию, она практически может накладываться на любую науку. Потому что то, что мы изучаем сейчас с нашими студентами, это, по сути, для меня встраивание древних ведических знаний в наши современные технологии. И то, что у нас сейчас появилась возможность рассчитывать гороскоп за минуту или там за секунду даже, то есть это фактически не составляет сложности никакой, а что в древности требовалось для этого большие ресурсы человеческие, да, то есть астролог должен был долго сидеть и рассчитывать карту. Сейчас у нас есть доступ к большому объему информации для анализа. И, вы имеете в виду компьютерные программы? Я имею в виду, да, что сейчас можно с помощью компьютерной программы практически безошибочно, ну, конечно, с поправкой, что иногда может быть ошибка, ну, составить карту, по крайней мере, в которой можно быть уверенной на 99%, если известно точное время рождения. И сейчас многие стали его регистрировать, потому что поняли ценность такой информации. И дети, которые сейчас рождаются, вот ко мне приходят клиенты, а мамы не знают своего времени рождения, и приходится ректифицировать. Но зато у детей, у всех четко есть время, потому что на это стали люди обращать внимание очень пристально. Ну, на самом деле, в общем-то, по ведических традициям, ведической астрологии считалось не время рождения, а время зачатия, но поскольку люди этого уже не понимают, как это так, то есть там рассчитывалась, в общем-то, подготовка к рождению ребенка начиналась задолго
до того, как это происходит сегодня во всем мире. И поэтому считалось так. Поэтому если те дети, которые родились, скажем, ну, раньше срока, это накладывает отпечаток на его карту, я так полагаю, этого ребенка. Да, конечно, рождение раньше срока, но это только наше восприятие, что раньше срока, потому что срок, он понятен. Это, у нас есть здесь такая сила под названием время, и это самая большая сила в нашем материальном мире, потому что время еще никто не преодолел. Можно преодолеть силу тяжести, силу трения, но силу времени фактически преодолеть нельзя. И вот мы пытаемся судить, что вовремя, что не вовремя. Это тоже наша такая... Имеется в виду не вовремя, это все понятие относительно. Я имел в виду, что если считать время зачатия, тогда она реально отражает карту, натальную карту. А того, если он родился, ну, скажем, раньше положенного срока, будем так говорить, тогда будут изменения. Но еще раз, те астрологи, которые жили в ведические времена, будем считать так, они без всяких действительно компьютерных программ, они вещи эти знали и рассчитывали достаточно точно, так как можно привести пример. Масоны – это гильдия каменщиков-строителей, на самом деле это не просто тайная ложа. Они с помощью циркуля, карандаша и линейки делали такие расчеты, которые сегодня не могут никак подойти даже близко. Никакие компьютерные программы, никакие точные расчеты с помощью компьютеров, действительно, и каких-то да. других технологий. Это правда. Я недавно наткнулась на такую информацию, опять-таки, из древнего ведического текста. Там описывается, как мудрец делал в кувшине батарею электрическую. И там просто написан рецепт, как можно сделать, соединить, то есть два параметра, анод и катод, и это запечатлено в ведической астрологии через божества Митра и Варуна. Кстати, так мой называется мой проект, на котором я работаю, который развиваю. И я случайно наткнулась на эту информацию, когда искала. И вот что удивительно, что мудрецы делали батарейку электрическую и пользовались электричеством. В древние ведические времена. Такую информацию я недавно нашла. Да, интересно. Аня, давайте вернемся в наше время. Ну, сейчас какое-то такое, вот в данный момент, вот и в мае, и конкретно вот 9 числа. Ну, во-первых, что такое 9? Я, так сказать, нумерологией занимаюсь, и я проще, чтобы без компьютера, без всего дни можно делить. Сегодня понедельник, значит, сегодня это лунный день, а вот завтра как раз 9 мая, это вторник. Но, тем не менее, девятка – это Марс. Девятка – это Марс, и, ну, не зря 9 мая произошло вот такое событие, окончание войны. Как вот проанализируете эту дату? Да, конечно, то, что мы начинаем 9 мая этот эфир, то, что мы говорим о памяти погибших воинов именно на 9 мая, это очень кстати и это очень правильно на самом деле. Дело в том, что энергия Марса в самом высшем своем проявлении — это энергия защиты и сохранения мира ради процветания всех биологических форм на Земле. И сейчас, именно в данный момент, данное время, 9 мая, у нас Марс находится в ретрогрессии, то есть в попятном движении. Он движется в обратную сторону, и сейчас самое время именно вот этой весной, именно 9 мая, чтить память предков. И очень важно тут сказать, что когда мы чтим предков, мы получаем энергию от них. То есть наши прадеды, праотцы, они сражались, они приносили себя в жертву ради того, чтобы мы сейчас процветали. И, кстати, высшее предназначение Марса — это уметь принести себя в жертву, то есть ради жизни другого человека. У нас Марс в низших аспектах дает агрессию и насилие, но когда мы его поднимаем до самых высоких вибраций, это прежде всего защита и чистая, бескорыстная жертвенность ради жизни. И еще, видимо, все-таки служение, потому что... Да, служение. Служение, да. Угу. Да, это служение, это умение чистосердечно служить. И Россия в этом плане, она очень
осчастливленная страна, потому что многие, буквально в каждой семье, в каждом роду есть такой человек, который пожертвовал своей жизнью ради процветания своего рода. И когда мы 9 мая об этом вспоминаем, тогда мы получаем от предков дополнительную энергию. И эта энергия выражается в том, что мы продолжаем дальше жить в мире. То есть, когда поколение забывает своих героев, которые пали в бою за жизни, тогда начинается новый конфликт, новая волна агрессии. Поэтому, покуда мы чтим, покуда мы проводим парады, покуда мы гордимся своим Марсом в стране, у нас будет мирное небо над головой. И то, что сегодня был парад, то, что даже мы демонстрируем свою технику, это тоже вторая сторона Марса. Первая сторона Марса — это, естественно, связь с предками, связь с родовой мощью. А вторая сторона — это умение продемонстрировать, что если на нас нападут, у нас есть защитные средства. Вот это Марс в самом высоком его проявлении. Да, кто с мечом придет, то от меча и погибнет. Да, да. Угу. Ну, Аня, вы сказали, что сейчас Марс у нас ретроградный. У нас не только Марс ретроградный, у нас и Меркурий ретроградный. Это о чем говорит? У нас и Меркурий ретроградный, и Сатурн ретроградный. И сегодня, если мне не изменяет память, Юпитер перестал быть ретроградным. То есть мы двигались в таком, и сейчас продолжаем двигаться в таком коридоре времени, когда нам нужно все время обращать внимание на свои прошлые деяния. То есть ретрогрессия, когда планеты движутся как будто бы в другую сторону по небесному, по звездному небу, а обычно они движутся в такую-то сторону, сейчас они пошли в другую. Это означает, что в это время отдачи долгов, это время, когда нужно доделывать дела. Когда лучше не начинать ничего нового, потому что все новое — это будет лишь пересмотром старых своих поступков, старых своих желаний. Сейчас очень хорошо разбираться с тем, что мы желали и хотим ли мы это желать дальше. Если вы что-то желали, но не осуществили до сих пор, то лучше это сейчас осуществить, если вам еще это нужно. Если не нужно, то пересмотреть и трансформировать свое желание во что-то новое. И Марс выйдет из ретрогрессии только летом, только к июлю. Поэтому сделки с недвижимостью, сделки какие-то с землей, с покупкой, с новыми начинаниями, они, конечно, не рекомендуются в это время. А пока ретрограден Меркурий, не рекомендуется покупать различную бытовую технику, будет все время какие-то заминки с коммуникацией. Но чем еще ценно это время? У вас могут возникнуть какие-то встречи с прошлого. То есть люди, которые вас уже давно забыли, могут вам написать. Или могут появиться какие-то родственники, которым вы уже не звонили 20 лет. То есть это время связано с воспоминаниями. Угу. Аня, вы сказали про недвижимость, но ведь это относится к Сатурну. Недвижимость — это единственный вариант, когда как раз-таки вот можно обращать внимание на недвижимость. Или в данном случае как раз-таки это Марс. Вообще, по идее, у нас есть две планеты, которые нас очень сильно заземляют и обращают нас к материальным делам этого мира. Это Марс и Сатурн. Марс это делает через такие аспекты, как какое-то конкретное действие. Если у человека сильный Марс в гороскопе, например, то он не боится крови, он может пойти работать хирургом, то есть он готов работать с материей. Он готов прикладывать свои руки к тому, что, к чему вообще людям со слабым Марсом сложно руки прикладывать. Например, операции какие-то сложные и так далее. Или брать в руки оружие и драться. Это тоже такие вещи, которые доступны только людям, у которых есть очень сильный Марс, ну, либо Марс слабый, но он через компенсацию получает какую-то энергию в гороскопе, тоже возможно такое. Если сильный Сатурн, то у человека очень хорошая синхронизация с процессами земными. И он чувствует меру, чувствует баланс, когда нужно остановиться, заземлиться и что-то сделать. И по идее я могу с вами согласиться, что и Сатурн тоже отвечает за какие-то земные дела, связанные с материализацией. Но дело в том, что Марс у нас выстраивает защиту, как мы сказали.
И если мы говорим о Земле и о внутреннем пространстве, как о четырех стенах, которые нас защищают, то это, конечно, Марс. Марс вместе с Сатурном образует стройку. То есть если у кого человека, у человека, если связан Марс с Сатурном в гороскопе, он может быть хорошим строителем, например. То есть и та, и другая планета будут связаны с землями и со строительством. Особенно, я скажу, что если Марс с Сатурном сейчас ретроградные, то начатый в это время ремонт и строительные работы могут сильно затянуться. Например, Марс с Сатурном — это как раз ремонт дома. Понятно. Скажите, а как положение в мире вот в это время? Ну, скажем, май месяц. Май месяц в это время. Опять-таки мы можем вернуться к нашей рассмотренной ретрогрессии, и можно еще учитывать положение кармических узлов. У нас есть такая ось в гороскопе Раху-Кету, то есть это дракон, который пролегает через наш весь гороскоп и как бы раскалывает его надвое, на две сферы. Одна сфера связана с прошлым, это хвост дракона Кету, и другая с будущим, с вектором развития, куда нам развиваться. И вот мы можем посмотреть на фоне всей этой ретрогрессии, когда мир сейчас находится в таком глобальном пересмотре своих, то есть по всем жизненным сферам идет очень большой пересмотр. Дело в том, что это положение влияет на все страны. И сейчас у нас время май, когда Кету, то есть хвост, то есть те кармические долги, которые мы должны разрешить сейчас на уровне мирового сообщества, они связаны с такой накшатрой, со знаком Водолея и с накшатрой Курва Бхадрапада. Это накшатра, которая отвечает за все тайное, секретное, за какие-то масонские секретные организации. И поэтому мы можем ожидать, и практически это и происходит, много всевозможных секретов, то есть всевозможных заговоров в это время. Потому что ретроградный Сатурн, он стоит тоже в Скорпионе сейчас, тоже в таком знаке, который связан с тайным, и он управляет Кету, он вскрывает как бы эту карму, связанную со всеми тайными организациями. Еще также это для всех людей, для нас очень важно в этот момент признать свои темные стороны характера. Дело в том, что у нас у каждого есть скелет в шкафу. Да, это сложно. Но сейчас именно то время, когда нужно принять и темную, и светлую сторону себя. Потому что вот эта накшатра Бхадрапада, она связана с двуликостью. С двуликостью, и ее один из символов — это маска или человек с двойным лицом. И то есть у нас за маской у каждого что-то скрывается, что мы не выносим обычно на поверхность. И вот сейчас, если посмотреть, то в мире вскрываются такие, причем какие-то вещи, связанные с насилием, потому что все-таки Сатурн стоит вместе с Марсом, с каким-то неоправданным насилием по отношению к животным, например. Очень много сейчас сообщений. Также все время будоражит общественность вулканизация, то есть какие-то тектонические разломы, возможные извержения вулканов, землетрясения. Сейчас время совсем непростое, если так по-честному сказать, да? Время, которое чревато конфликтами самыми разнообразными и движением подземных пород, потому что Марс с Сатурном стоят в Скорпионе, и именно они являются управителем Кету, именно тех долгов, которые нам нужно разрешить на уровне мирового сообщества или в мире в целом, если мы будем говорить о мировой астрологии. Хорошо, но все-таки накладывает отпечаток на положение везде, во всем мире, в частности, это то, что планета это ретроградная, и это как бы, ну, будем говорить, не позитивно, да, мягко говоря. Да, если человек не понимает, для чего это нужно, потому что астролог, он исходит, он не может исходить из таких понятий, как позитивно, не позитивно, потому что всему свое время. Есть время сеять, есть время пожинать. И если мы будем отвергать, как нам кажется, плохие моменты и принимать только хорошие, то это нас, в принципе, не приведет к развитию. Аня, я прошу прощения, я имею в виду
не какие-то вот такие измерения, правильно, неправильно, хорошо, плохо. Я имею в виду шансы на то, что человек хочет чего-то добиться, или, ну, у всех разные какие-то планы, у кого-то есть планы разрушить, у кого-то есть планы созидать. И для тех людей, которые хотят все-таки созидать, и те, которые хотят мира и хотят начинать какие-то действия делать для этого, ну, сегодня не время для проектов, это мы уже определили. Я вот как раз имею в виду шансов-то, когда будет больше на улучшение? Шансы на улучшение начнутся именно с лета, когда Марс развернется, потому что Марс сейчас в соединении с Сатурном именно вызывает такую тенденцию к проявлению агрессии. И, в принципе, о чем я говорила, что нет плохого времени, и сейчас время для всех нас просто переосмысливать свои желания, смотреть вглубь себя и понимать свои темные стороны характера. Скажите, если мы говорим все-таки о каких-то планах, и у каждого человека есть, естественно, свои планы, ну, скажем, как определить, общий такой вопрос, как определить время, когда лучше вот заняться инвестиром, к примеру, заняться образованием, заняться своим здоровьем. Мы же знаем о том, что если мы находимся под влиянием, ну, скажем так, Раху, к примеру. Вот я где-то только пару лет тому назад вышел из-под влияния теневой планеты Раху. Раху – это в западной астрологии, это вообще-то Уран. Уран – это восходящий северный узел Луны. Что дает Раху? Раху не дает много чего, но не дает каких-то финансовых реализаций, правильно? Материального какого-то обеспечения. Я бы так не сказала, потому что Раху – это очень материалистичная граха или планета. Угу. Планета ведической астрологии называется грахами. Угу. То есть те личности, которые захватывают наше сознание. И Раху связан с экспериментом большим. Раху связан с очень большими амбициями, которые возникают в человеке. Дело в том, что у человека есть в структуре мозга такая частичка, которая называется хвостатое тело. Кстати, так же, как и дракон Раху-Кету, разделенный на две части. Она пролегает у нас внутри головы, и там есть действительно голова, она так и называется на латыни, головка хвостатого тела, и есть хвост. И так вот, в головке хвостатого тела нуклеус каута, но сосредоточено очень большое количество дофамина, гормона, который вызывает у нас желание получить результат очень сильно. И вот этот результат, он должен быть получен любой ценой, потому что за ним следует большое удовольствие. Это дофамин вырабатывается такой субстанцией в нашей голове, которая называется черная субстанция, она ассоциируется с Венерой, то есть это Венера ее управляет. И то есть у человека включается очень сильно вот эта часть мозга, когда более других, чем... И он в свои годы Раху переживает такое состояние, когда ему всего хочется попробовать. Раху разрушает границы, Раху заставляет двигаться к новым горизонтам. И я бы не сказала, что это очень негативное всегда. То есть бывает так, что если у вас стоит Раху в доме прибыли, в хорошем положении, то наоборот, в Раху человек очень может сильно продвинуться в своем финансовом положении. Особенно Раху хорош в знаках воздуха и в знаках Земли. То есть если там стоит, например, Раху в Тельце, человек будет очень материалистичным, и ему будут важны финансы в это время. Но сложно, когда Раху стоит в Скорпионе. Тогда человек будет, ему будут хотеться, он будет желать таких вещей, которые не очень связаны с материальным. И поэтому будет такая, нужно будет сначала суметь совместить эти две разрозненные тенденции. То есть в гороскопе у нас все не так однозначно. Мы не можем сказать, что пришел период Раху, будет плохо. Нет, конечно.
То есть это время экспериментов. Это вообще может быть самый такой пик человеческой активности, когда можно все попробовать, сокрушить границы. Конечно, это может быть и негативные тенденции. Но если Раху находится под влиянием Юпитера, тогда все будет хорошо. Потому что Юпитер очень облагораживает наши порывы. Понятно. Ну, позапрошлом году я, так сказать, попал под влияние Юпитера. Попал, условно говоря. Вот, поэтому ощущаю. Аня, вы знаете, у нас уже время, к сожалению, подходит к концу этого сегмента нашей программы. На самом деле, дорогие друзья, я обращаюсь уже к нашим радиослушателям и видеозрителям, поскольку все наши программы записываются, и наши координаты, на всякий случай, за спиной вот висит плакат, баннер, и там есть телефон, правда, выше мы его не видим. Телефон такой 847-226-9956. Код страны единица. Ну, если кому-то тяжело будет звонить в США, то тогда по скайпу это SunGates. SunGates — это солнечный оборот на конце буквы S. SunGates. SunGates 108. Ну, 108 — это сакральное число такое, поэтому, а центр у нас такой сакральный, центр SunGates, поэтому вот такой у нас и скайп. Ну и тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, это наш веб-сайт, там можно задать, кстати, все вопросы и ведущему, и гостю наших программ, оставить свои комментарии. Также все эти программы записываются на YouTube, поэтому SunGates Radio, если вы наберете в YouTube, то вы найдете. Там можно подписаться и, соответственным образом, получать сразу уведомление, когда выходит новая программа. И потом эта программа из YouTube мы ее выставляем на Facebook. Facebook SunGates Radio тоже. Поэтому там все это можно будет увидеть. Аня, у меня к вам, наверное, последний вопрос. Мы продолжим, безусловно, наши программы. Мы будем договариваться, ну, пока это понедельник, но, возможно, это будет и по вторникам через какой-то промежуток времени, поскольку сейчас по вторникам идут у Анны занятия, правильно, как я помню? Да. Мы обсуждали. Да, ну, опять же, девятка – это число, это я уж как нумеролог знаю, число как раз-таки Марса – это вот у Ани, и поэтому логично проводить во вторник, по вторникам. Вторник – это день Марса, завтра, кстати. Вот такой вопрос. Скажите, положение… Ну, мы знаем о том, что многие, наверное, знают о том, что в этом году будут выборы президента США. Как вы считаете, изменится что-то ситуация? Ну, в данном случае, может, напряженность исчезнет между странами России и США? Может быть, что-то изменится в экономическом плане? Как вы думаете? Ну, мне сложно судить о мунданной астрологии. Это астрология, которая изучает мировые процессы, а я больше специалист такой во внутренней психологии, во взаимоотношениях. Но я все-таки что-то попытаюсь сказать, исходя из общих тенденций, которые ждут мировое сообщество. Конечно, сейчас, когда у нас самая медленная планета Сатурн находится в Скорпионе, это именно время такое, когда происходит во всем мировом сообществе трансформация. И поскольку Скорпион — это знак, связанный с недрами Земли, и в том числе с ресурсами нефти, то страны, которые завязаны на этих ресурсах, они терпят кризис, и им нужно искать какие-то новые средства для выживания. Как это у нас и случилось в России, также это может случиться в тех других странах, которые связаны с нефтью. И что очень обнадеживает, это то, что транзит Сатурна в Скорпионе, он заканчивается. И с нового года, с 2017-го, Сатурн переходит в знак Стрельца, следующий. И это, конечно, ситуацию очень улучшает, потому что Стрелец — это знак
духовного развития, это знак обучения. То есть мы можем ожидать, что во всем мировом сообществе на основе того, что случилась уже трансформация, будет появление очень большого количества новых идей. И причем новых идей именно как дальше жить. То есть, те, кто связан с обучением, те, кто связан с преподаванием, это время для этих людей, потому что теперь серьезно, там, где стоит Сатурн, туда мы обращаем внимание и наделяем эту сферу нашей жизни большой серьезностью, пристальным вниманием. И можно ожидать, что эскалация насилия не будет, а будет все-таки такой юпитерианский период, потому что Стрельцом управляет Юпитер, и будет больше согласия. Ну, отлично, отлично. Тогда на этой позитивной ноте, дорогие друзья, разрешите закончить нашу программу. У нас буквально через сколько? Через час 15 будет новая программа. Нет, через 2 часа 15 минут будет программа о йоге. Йога – это путь мышления, это не только асаны. Поэтому можете прийти к нам через 2 часа 15 минут, 11 часов утра по времени города Чикаго, в Москве 7 часов вечера. Ну, а эта программа с Анной Ласточкиной, которая находится, проживает на территории Таиланда, я полагаю, так, там у меня есть знакомые в Таиланде, я сам там побывал совсем недавно, несколько месяцев тому назад. Интересно. Сосредоточение какое-то вот почему-то там, в Таиланде, таких людей, которые, ну, обучают, причем очень серьезно. Ну, мы об этом, наверное, поговорим в следующий раз, да? Да, наверное, есть, вообще-то говоря, существуют причины, почему человек проживает в этой стране, почему он переезжает в другую страну. Это все в гороскопе отражено. И я призываю, дорогие друзья, обращаясь к вам, те, кто нас слушает сейчас, и те, кто нас будет слушать и смотреть на YouTube, на Facebook, задавать вопросы. Более того, мы договаривались с Аней, что... ну, вот такой коротенький гороскоп в эфире, в течение буквально, может быть, одной минутки, она может дать. То есть вам для этого надо дата рождения, место рождения и время рождения. У кого есть, у кого нету время рождения, ну, это будет сложнее. Поэтому такое краткое, такая вот мини-гороскоп в эфире вы можете получить прямо, включаясь к нам в наш эфир. Как попасть, ссылка есть. Тройной W, опять же, sungatesradio.com. Внизу находится плеер, кнопку плеера play, и вы слушаете наше радио.